Внимание, надо, чтобы рядом кто-то стоял. Так непонятен размер. Просто зонта вот такого я еще не видела. Дима, иди, 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 стой рядом просто. Дима с полными пакетами грибов. Там сыроежки, по-моему, стоят вон. Так. Этот вот такой. Сейчас посмотрим. Вот Дима стоит рядом с грибом. Ну как? Он, у него размер больше, чем моя сковорода. Больше. Больше. Все, они у меня в руке. Ну, не знаю, сантиметров 30 чем-то. О, потому что он больше моей сковородки. Но где-то 35 сантиметров диаметр этой шляпки. Этот поменьше. И вот такие еще братцы. Короче, положила я свои зонты. Потому что к реке мы дойти не можем. А что мы не можем? Руки полные, у Димы полные пакеты. И тут еще вот это стадо стоит. Сейчас я буду шляпки снимать, просто укладывать друг на друга. Ножки отдельно, чтобы ничего не поломать. Короче, Дима сказал, ты больше по сторонам не смотри. У меня полный рюкзак от шляпок. Я оторвала ножки. Ножки сушим, шляпки на отбивные. Говорит, ты по сторонам не смотри, еще увидишь грибов. У нас все руки заняты. Собирать больше нечем. Поэтому ни в коем случае мы ничего не видим. Даже если они есть. Ну, я не знаю, если я увижу зонты огромные, как я смогу себя остановить. Вот такой, в общем, урожай отбивных из зонтиков. Я поломала их уже, потому что надо было их как-то до дома донести. И чуть-чуть обмыла, потому что все-таки мне не удалось так, чтобы целиком они чистые были. Желательно в лесу не допускать, чтобы грибы переворачивались пластинками вверх, вот так вот. Тогда у них не будет ни песок, ни что насыпаться. Но мне это не удалось, у нас было много грибов, поэтому они очень легко моются. Вот так прям струйка водички течет. Вот эти верхние все чешуйки, которые на них есть, все можно снять пальцами. И, в принципе, сами снимаются. Вот такие классные они остаются в дымухе. И будем жарить. Очень просто готовится. Вот кляр. В кляре мука немножко есть. Яйца, что-то молочное, специи, соль и немножко муки. Ломаются на сегменты, обмакивается и жарится, как от дымухи. Это очень вкусно. Ну, а эти все грибочки вот по пакетикам. Заморозочку. С ножками сейчас буду разбираться, делать из них сушеные ножки.